12 июня, День России. Хорошо на улице. Да, решил сделать маленький-маленький видеообзор. Начну, наверное, с ванной комнаты и туалета. Ну, прикол начинается сразу же с дверей. Вот, ребята, заходим в туалет, в ванну, по нужде. Тут вот такой прикольчик небольшой. То есть зашел в туалет, тебя снаружи кто-то должен закрыть. Ну, либо ты внутри отверточкой какой-то заходишь. Не знаю, что за прикол, конечно. Ну, может, не у меня одного так делают. Кому-то, может, еще так нравится. Вот такое убожество. Делали плитку. Как бы хотелось все красиво, чтобы было. Ну, получилось как всегда. Вот такая вот ерунда. Вот эта плиточка зимой. Минусовой температуры тут у меня не было. Вот такой котельчик стоит, печь. Да даже была бы хоть и минусовая температура, какая разница? Плитка ведь не должна отойти. В любом случае. А тут вот такая вот ерунда, смотрите. Как это называется? Гипсокартон, обратите внимание. Обычный гипсокартон. Ну, ребята, которые делали, сказали, а что у тебя тут? Сыро, что ли, будет? Ну, я так понял, сухо будет, это же ванна. Мыться мы тут не будем. Солярий будем принимать, ну, либо что-то такое. Бета-контактом каким-то намазали, не знаю для чего. Это все бесполезно, вот это все отходит, вот просто все отходит. Вот плиточка шевелится, смотрите, сейчас при вас я отломаю. Голову бы не сломать. Вот, смотрите, вот такая плиточка. Вот все отпадывает. Часть отпала тут так. Поверху якобы будет натяжной потолок. И вот они вот так вот налепили. Вот смотрите. Вот такая красота. Как не знаю, как в трюме, что ли, в полиции где-то. Ну, типа. Типа тебе пойдет. Что ты хотел-то, быдло? Ну, теперь окна, вот окна, окна, окна. Вообще красота. Смотрите внимательно. Окна. Тут вот пеной задуто. И на пену просто вот сделан вот этот клей Юнис. Ну, не знаю, конечно, я не специалист. Думаю, наверное, так не делает никто. Вот углы. Сейчас покажу. Вот смотрите, так, вот не очень видно. Вот так что ли, вот щель. Пол сантиметра вот тут щель. Вот тоже вот смотрите. Вот это все отпадывает, вот. Это тоже ничего не сделано, просто к пене прилепили. Вот что-то вот, все криво очень. Вот так визуально, просто стенка вот кривая, смотрите угол. Перепад вот здесь. Вот так идет и туда кверху пошло. Тут, не знаю, шубу они сделали. Ну, как обычно. Ну, самый прикол-то вот еще вот такой. Всю проводочку, ребята, смотрите, они вот задули пеной. Вот провод идет, кабель. Пена. Пена, кстати, монтажная, очень хорошо горит. Ну, не знаю, это может либо теракта. Так, еще один прикольчик сейчас покажу, ребята. Вот труба. То есть ванну поставили, все плиточки обделали вроде бы, да, хорошо, красиво. А вот эту трубу решили оставить вот так. Ну и канализационную, конечно же, также хотели вывести. Сейчас покажу. Вот так якобы. Вот так вот. Нормально? В стиле барокко или что-то такого. Красота вообще. Здесь у меня будет
подвесная раковина. То есть, вот смотрите, она ведь будет к стене приделываться. А вот здесь все будет видно. То есть шланг-то будет красиво видно. Непонятно для чего. Ну, как в старые советские добрые времена, видать, когда люди начали делать дома слив, и шланги у всех торчали. Ну, типа тут так же. Ну, еще так вот не знаю, вот эти места, как вот тут закручивать. Все очень плотно, все очень близко. Посмотрите внимательно. Вот как бы, типа, сверил, нету, что ли, проблемы, видать, в городе Красновишерск. Ну, так-то да, конечно. Вот красота, смотрите, смотрите, какая красота. Не знаю, блин. Скорее всего, я бы никогда это видео не снял. У меня руки просто не берутся разбирать. Жалко, столько вложено было труда, денег. Углы, да, вложили в эту пластмассовую штуку. Вот эту пластмассовую. Как ее назвать? А, так вот, тяп-ляп все сделано. Тяп-ляп, ну ладно, это еще полбеды, ребята. Вот смотрите. Вот здесь все играет. Просто все играет. Ну, понятное дело, отпадет. Стенка пустая. Не знаю, как они тут ее прикрепили. Но вот эта инсталляция. Вот это самый, конечно, прикол. Вот это самый прикол. А в чем прикол? Ну, вот эта плиточка сама отпала, я ее не трогал. Она практически не держалась. Вот, хорошо. Вот. Ну, вот как бы вы видите. Вот, смотрите. Вот. Работники в Ютубе все пишут. Работники каких-то уровней. Я вот еще не придумал, какой тут будет уровень. Вот тут я хотел водонагреватель поставить. Вот. Розеточку они сделали, да? Как бы плоский нагреватель. Розеточка закроется. Не знаю, куда включать. Ну, похоже на то, что куда-то включится. Не знаю, куда. Ну, инсталляция, конечно, меня шокировала совсем. Вот плиточка вот эта тоже отпала само. Ну, тут все отпадывает, конечно. И однозначно все разбирать надо будет. Вот. Какое убожество. Смотрите, вот этот люк. Люк. Ну, сколько он тут? Вот он тут, 10 сантиметров. Вы представляете, еще надо будет поставить люк. Под плитку я заказал. Вот его если вставить, плюс тут унитаз. Тут просто никто не подлезет, никакая рука, никакая нога, ни детская, ни взрослая. Вот даже вот этот фильтр поменять. Даже вот этот фильтр, ребята, поменять. Не говоря уж о какой-то там замене. Ну, тут надо конкретно, короче, повозиться. Такие вот пироги. Ну, про пол, что сказать-то? Честно говоря, пол тоже, но вот он, пустота в полу. Вот это у меня тут теплый пол вмонтирован. Ну, тут вот они, гипсокартон-то почему-то не влагостойкий, вот до сих пор мне непонятно. Ясное дело, я тут хочу, как они сказали, наверное, якобы солярий, что ли, принимать, или что. Я хотя тут не собирался. Вот плиточка, видите? Вот я уже, наверное, показывал. Вот. Сейчас, секундочку. Вот так, раз. Вот, смотрите, как хорошо все отпадывает. Ну, что тут можно сказать? Вот она, видите? Вот так. Вот, короче, такая плиточка. Вот. Неужели даже в старые советские добрые времена, когда плитку клеили, так она отпадала? Сомневаюсь. Просто сомневаюсь. Я думаю, даже сделать на какой-то обычный цемент, да она в жизни не отпадет. А тут что-то намудрили конкретное. Какой-то как теракт. Вот такой еще прикольчик покажу.
У меня тут батарейка должна стоять. Вот трубы вывели, видите? Трубы вывели, все вроде бы хорошо, да? Но вот тут такой прикол, вот такая дырочка снизу. То есть надо было плиточку-то сперва выпилить, вставить, замазать, а потом уже припаять. Ну, я думал, так делают. Или ребята у вас так же вот делают. Вот так, такие прикольчики. Ну, вот так, для мышей, норки. Вот норки для мышей. Возможно, хотели заделать, но речь-то не об этом. Речь о том, что должно быть цельное все быть. Но никак не так. Вот еще тут на инсталляции забыл вот такой моментик показать. Вот смотрите. Вот тут она вот просто ходит. Вот плитка. То есть вот она стена. Вот она. Вот она целиком ходит. Да. Не знаю, конечно, вот углы как хотели тут заделать. Якобы пластиковым. Ну вот, предложил алюминиевый, я уже сам. Так они совсем потом разошлись. Вот так вот я предложил закрыть, приклеить на какой-то на какие-то сопли. Ну, им эта идейка понравилась, они за нее схватились. И давай херачить совсем вот так вот. Типа, все отлично вообще. Вот сейчас вот тут мы все заделаем. Да. Тут вот тоже вложили, вот смотрите. Вот этот угол. Это фуфло, вот просто. Вот фуфло, фуфло, фуфло какое. Не знаю, сейчас буду начинать разбирать всю эту конструкцию. Ребят надо будет каких-то других вызывать. Ну, даже вот тут вот. Смотрите, вот к двери. Как он тут, затирка или что они тут хотели. Надо было ведь подогнать отлично все, что было. Что тут вот такое хотели, да? Понимаю, уголочки такие делают, пластиковые. Но тут их явно сделали, блядь. Ну, о, ну это ж щель, ёпарасвятая. Вот это что? Это же... Не знаю. Просто не знаю. Ну и проводка, сами подумайте, вот. Не знаю, как-то, может, проводку надо было рядами сделать. Они, видите, по диагонали все сделали. Да, честно говоря, вот еще вот такой потолок. Какой-то акрил или что это. Они сами купили, натянули. Он вроде как не дышит, потому что я делал его на чердак. И у меня там все инеем покрылось. Я там все убрал, все нормально. Не знаю, нужен ли он тут вообще. Либо тут потолок просто пробить чем-то. Какой-то плитой или чем-то, не знаю. Да, ребятки. Вот так вот. В общем, придумайте сами, какие строители какого уровня здесь делали. Ну, дверь тоже вставили, короче, она не закрывается. Закрывается, если это очень плохо. Так вот. Вот она не закрывается. Низ задевает. Вот, не знаю, вот эту железку направляющую. Ну, вот лично я бы ее, наверное, бы врезал, утопил, чтобы она не задевала, не торчала. Здесь бы аккуратно все подрезал. Ну вот, тоже вот такой моментик. Сейчас, так. Вот, видите? Вот такая вот трещинка. То есть, когда делали, сломали. Тут приклеили, что они такое сделали. Как бы не дешевый материал. Не знаю, для них это, видать, копейки. Ну, вот, ручка все-таки, конечно, тогда. Вот этот закрывашечка. Вот это самая, конечно, фишечка. Делайте все так. Смотрите, пишите комментарии, не знаю. Посоветуйте что-то, не знаю, блин, даже что сказать. Просто плакать хочется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но это еще не конец. Дальше будет еще страшнее.